То есть я могу сделать shift и сделать... Оу, oh, yes. Сейчас будет сложно найти... Погодите. Кто там? Тут много дверей, надо посмотреть, что за ними находится. Интересно. О, мой стол! Внимание, внимание, в этой карте используются моды, такие как Create 03, Walljump 137 и Chisels and Beats 034. Именно так сегодня мы играем в карту от подписчика под ником Цфивскин. Цфивскин? Цфивскин. Вроде бы правильно прочитал. И здесь, как вы можете видеть, будут некоторые интересные моды. Create мы все знаем и любим, но также здесь будет мод Walljump. И тут у нас есть обучение. Поэтому сейчас мы будем это все смотреть и проходить. Поэтому я очень надеюсь, что вам понравились сегодняшние видосы. Мы сможем набрать 18 с одной третью лайков. Было бы очень круто. Поддержите меня и самого автора, у которого скин Стива. Поэтому, да, ну и конечно же, рандомный комментарий перед началом у нас залетает от Владислава, который пишет: «Как ты скачиваешь карты и моды? Я тоже хочу». Нажимай на кнопку скачивания, и они скачиваются. Представь себе, Владислав. Окей, что ж, давайте приступать. Давайте сначала назад вернемся, потому что вот это официальное лобби, самое начальное. Давайте посмотрим. Привет, Кейн. Это моя первая карта. То есть автор решил сделать свою самую первую карту сразу с модами. Это гигантский респект. Делал один, так что внешне вышло не очень. Ну, посмотрим. Пока что все круто. Правила немного о карте. Удачи в прохождении. Правила начала игры приветствия. Немного о карте. Давайте правила посмотрим. Свет предметов детально, геймод адвенчер плюс 8 чанков. Сейчас все настрою, одну секунду. Итак, все готово, я думаю, мы можем теперь возвращаться. И давайте немножко почитаем о карте. В принципе, мы видим то, что здесь используются вот эти моды. PS Optifine, как бы тоже мод, но он не в счет. Да, здесь также подписчик мне вставил Optifine, спасибо, мы можем приближать. Обучение паркура на карте. Есть секретки для упрощения игры, но их надо поискать. Звучит интересно, давайте поучимся немножко. Как же паркурить с этим модом Walljump? Я даже не припоминаю такой мод. Точнее, знаете что, я припоминаю, но мы делали обзор на подобные моды, наверное, года 3 назад. Я в последнее время, ну, не смотрел на моды со всякими волджампами. Короче, что у нас здесь? Прыгни на край одной стены, а потом на край второй стены. То есть вот так и как? То есть вот так и как? То есть как? Одна секунда. Вот так и вот так и вот так. Все, я научился, можно начинать. Ладно, я шучу, погодите. Трасса 1. Прыгни на стену и нажми Shift. Когда повиснешь, отпусти Shift. Также ты можешь зажать W, когда отпускаешь Shift, дополнительный прыжок. То есть Shift, отпустил Shift и спустился. Ой, погодите, нет. То есть Shift, он сам через некоторое время спускается. То есть Shift и отпустил Shift. То есть я могу сделать Shift и сделать... Оу, yes. Так, и что нужно сделать? Прыгни на стену, развернись, прыгни на вторую стену. Окей, то есть Shift, Shift. Shift, yes! Прыгни на стену и не отпускай Shift, это скольжение вниз. То есть вот так, Shift, и соскальзываем вниз. Вот это круто, новые механики в карте от подписчиков. Это очень здорово, ребят, как я вам говорю, залезть на самый верх, это же изи. Раз, два, стоп, нет, стоп, вот так, стоп, вот так, стоп, вот так. Теперь вот так, теперь вот так, теперь вот так, ага. Все, я научился, я понял, на старт, внимание. Поздравляю, ты прошел обучение. Погодите, я что-то пропустил. Вот это я не понял в итоге. Что у нас здесь? Прыгни на край одной стены, а потом на край второй стены. Типа как? Типа вот так, и вот так, и вот так. Не, я все понял, друзья, я все понял. Короче, это супер интересно. У нас такого не было, чтобы подписчик добавил мод с каким-то кастомным паркуром. Это просто шикарно, поэтому я думаю, мы готовы приступать. Поздравляю, ты прошел обучение паркуру с модом Walljump. Что за мод такой, интересно? Ну, в принципе, я так понимаю, это все, что добавляет. А погодите, назад. Ребят, я думаю, мы готовы приступать. Это было супер интересно. Я думаю, мы все поняли. Назад. И теперь, погодите, правила. Немного о карте. Так мы же... старт, все. Я, черт, бур, только пока сюда ехал, израсходовал весь заряд. А мне еще вперед тоннель надо сделать надо. Хорошо, хоть то, что здесь уже установили генератор. Включу его, заряжусь и поеду дальше. Но почему тут еще нету света? Ладно, потом разберусь. Я пока возьму факел, который в буре на стене висит. Система, возьмите факел, висящий в буре. В буре на стене на золотом блоке в левую руку. Угу. Где у нас бур? Survival, окей, хорошо. Бур? Это бур? Погодите, это бур. Нам надо зайти вот сюда. И у нас есть факел. Нам нужно его взять в левую руку. Вот так. Это очень небольшое освещение. Слушайте, для видоса я все-таки сделал чуть поярче. Иначе ничего не будет видно. На видео при компр... я сломал карту, да? Нет, я не сломал карту. Но нам явно сюда не надо. Или надо? Погодите, мне же сказали, не нужно искать по халке, да?
Ну ладно, вроде бы не оно. Короче, друзья, при компрессии после рендеринга видео всегда становится все еще темнее, поэтому не очень иногда красиво выглядит, но вот так все равно довольно-таки атмосферно. Обратно в Adventure, спасибо. Идем осматривать наш тоннель. А это еще что? А здесь пол провалился, что ли? Ну, ничего поделать, придется пробираться. Куда? Паркур? Паркур! О, паркур с креатом, конечно же. Паркур с, еще и в темноте с креатом. Просто замечательно. Поехали, раз. Не успел, идем обратно. Я не получаю урон от падения, как это работает? Так, ребят, вы готовы? Значит, мы делаем раз, мы делаем два, мы делаем три. Это было изи. Погодите, а когда мне использовать мод с воллжампом? Наверное, прямо сейчас, да? Мы делаем shift, и мы подпрыгиваем сюда. Yes, shift. Попрыгаем сюда. Найс. Хорошо, что не забыл, то, что здесь этот мод. Я уже думал, ну, просто обычный паркур. Погодите. Я долечу до туда? Вы же видите, там что-то крутится. По идее, я должен долететь, да? О, есть. Фу, окей, хорошо. Что теперь? Что теперь? Что теперь? Куда? Погоди, тут есть какой-то путь обратно. Там какой-то люк. У меня, типа, есть выбор, что ли, куда пойти. Или нету выбора. Погодите, я пытаюсь понять. Давайте запрыгнем сюда сначала. По идее, что мы делаем? Куда мы прыгаем? Прыгаем вот сюда. Если ты не успел нажать на кнопку, опять... И подожди, пока схема не закончит работу. 2 минуты, попробуй снова. Сперва нажав на кнопку повторно. Стоп. Стоп, что мы делаем, простите? Так я не понимаю, мне туда или... я запутался. Стоп, shift не работает. Почему не сработала моя... ребят, я запутался. Погодите, вот, работает. А вот здесь он не работает или нет, работает. Окей, я здесь, только я наверное, считерил, но погодите. Он у меня там почему-то не сработал. Если ты не успел, нажми на кнопку опять. Куда успел? До запуска ровно 2 минуты, возвращайте на борт. Куда? На борт? Погодите, я хочу посмотреть, что там. 2 минуты, окей, 1 секунду. Так, теперь. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, нет, я хочу проверить, что там. Мне нужно проверить, что там. У нас есть 2 минуты. Давай, быстрее. Там наверняка какой-то секрет. Там же мне же писали, что тут будут какие-то важные пасхалки. Окей, ребят, что, мы пропускаем ее? Мы пропускаем пасхалку или как? Да запрыгни ты на стену, паукан! Я думаю, нам придется пропустить, к сожалению. Уходим обратно на борт. Вот сюда? А, мы сейчас куда-то уедем, не зря же там рельсы внизу. А, мы пропустили люк. Там наверняка было что-то полезное. Но у нас время... У нас было мало времени. Ну хотя, в принципе, вот я сейчас тупо буду стоять здесь ждать, когда я бы мог... Запуск 1 минута. Окей. Мы попробуем. Быстро. Раз. Два. Нет. Давай. Так. Теперь. Раз. Два. Так. Что? Куда? Зачем? Зачем я здесь? А, это чтобы... Окей. Это все было сделано, чтобы я вернулся. Но я немного считерил тогда, да? Так. Хорошо, теперь до запуска 30 секунд. У меня было на самом деле дофига времени. Короче, мне нужно было просто проверить. Я немножко считерил, наверное, да, ребят? Мы все согласны, что я немножко считерил, потому что я использовал как бы воллджамп туда-сюда и обратно. Но я просто немножко запутался, я не понимал, что нужно делать. Куда, туда-сюда, налево-направо. Ну ладно, мы разобрались. Я думаю, ничего страшного. 10 секунд. Фу, все хорошо. Буровая установка. Давай. Вези меня. Мы куда-то бурить будем сейчас? Давайте посмотрим. 3, 2, 1 и... О, поехали. Питание запущено, дверь заблокирована, бур начинает движение. Мы реально что-то бурим. Бурим. Дверь заблокирована реально, я не могу выйти, а вот это тоже заблокировано. Так, я слышу звуки. Вы же тоже их слышите, да? Что-то мы бурим, но непонятно что. Так. Пока что у нас тут целый сюжет есть интересный. Ага, так. Долго мы будем бурить? Ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду. О, погодите. О, боже, наконец-то. Ребят, я не шучу. Я вырезал, наверное, 2 минуты того, как ехал этот бур. 2 минуты. Чё-то он очень долго ехал. А, ничего себе, посреди скалы был закопан огромный шлюз. По сюжету проходим. Опа. Здравствуйте. А что мы здесь делаем? Оп.
Кто здесь? Тут много дверей, надо посмотреть, что за ними находится. Интересно. О, мой стол, друзья, два стола, боже мой. Это, по всей видимости, кухня со столовой. Ха-ха-ха, стеклянные столы, это очень опасно для Кейна. Стеклянные столы просто дрожат, когда видят Кейна. Так, что мы здесь видим? Уголь, 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 возможно, ему что-то нужно будет переплавлять. А это еще что за... А, помните то, что тут был... Погодите, это номер. Это номер 3. Ну-ка, давайте-ка мы его запишем. Потому что не зря же он... Ха. Окей, короче, нам, возможно, будет, надо будет что-то переплавлять здесь, правда? Не забываем то, что здесь же есть мод Chisels. Это похоже на казармы. Chisels and Beats, где можно из блоков выковывать, вырезать все пиксели. И мы можем видеть то, что... Это номер 7. Окей. 7. 3, 7. Записал. Это 7 или это... Ну, это 7, да, по-любому? Не 1. Ну, окей, хорошо. Окей, я понял. Казармы — это ясно, это понятно. Так, казармы мы поняли. Что за такая интересная подземная... Это, очевидно, библиотека. Сейчас будет сложно найти... Погодите. Кто там? Кто ты? Это кнопка. Погодите, это кнопка. Но прежде чем нажмем на кнопку, может быть, есть опять номер? Номер, который может вырезан быть на книгах, его будет сложно очень увидеть, потому что тут много цветов. Как вы думаете? Или все-таки жмем на кнопку? Блин, как круто то, что реально... Смотрите, это кнопка. Бум. Какой-то скрип из коридора. О-оу. Гоу посмотреть, я не боюсь. Никого. Хорошо, можно чуть погромче. Кто здесь? Ну, а здесь ферма. Цифра. Цифра. Погодите, тут есть спуск куда-то вниз. Что это, простите? Мишень. Удочка. Я же не мог... Погодите, я же... What? Я что-то открыл? А как вернуться? Погодите. А что делать? Окей. Что-то открылось. Вы слышите? Вы слышите, что-то открылось, но... Окей, у меня есть вопрос. А как мне выбраться-то обратно? А как обратно-то выбраться? А как обратно-то выбраться? Одну секунду, ребят. Погодите, что делать-то? А, точно! Паркур! Я совсем забыл. Я же говорю, что я буду забывать. Я что-то открыл, друзья. Это что было, железная дверь? А, на время, наверное. Я забыл, ребят, паркур. Паркур, новое движение. Телосложение. Предложение. Поехали. Давай, 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 давай. Ты что, дурак? 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 Стоп, я застряну. Стоп. Мы открыли одну дверь. Как насчет второй двери? Погодите. Погодите, мы здесь были? What? Это самая настоящая потайная комната. Посмотрим-ка, что внутри. Оу, а вот и код. О, тут какой-то пульт. Стоп, на стене. А если приглядеться... Это же цифра. 1. Надо бы искать такие же в других комнатах. А, я уже нашел. 1, 3, 7. 1, 3. То есть, если считать так, то получается 7. Так. Может быть, нужно 4 цифры. Я где-то одну пропустил. Наверное, в библиотеке. Давайте наугад попробуем. Нет. 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 Упс. Нет. Нет. Давай, 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 давай. Давай, 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 ты сможешь. Нет. Черт, погодите, я точно все правильно делал? 1, 3. То есть 6, 7. Правильно ведь? 1, 3. Нет, да, нет, стоп, погодите. Не-не-не-не-не, кто сказал. А, 1 здесь, точно. Я думаю, кто сказал 1? 1 здесь. О, 1, 3, 9. Я-я-я-я-я-я-я. Где-то мы девятку пропустили, но да ладно. Я своим методом подобрал. Ничего страшного. Все работает, все замечательно. Блин, как интересно-то пока что. Боже мой, это что за такая карта? Какие же у меня подписчики? Боже мой, я не перестаю удивляться вашим картам, друзья. И вашей креативности. Конец первой главы. Погодите. А вторая глава. Я хотел продолжить в эту карту играть, боже мой. Она так быстро закончилась, но это была только первая глава.
плиз, автор, погодите, как звали автора? Я забыл одну секунду. Окей, автор на почте мне написал то, что я могу его называть просто Санёк. Ему 15 лет. Санёк, это что сейчас было? Это было супер круто. Это 50 из 10, только плиз сделай нам вторую главу. Плиз, как можно скорее. И сделай чуть подлиннее. Это было супер интересно. Единственное, что я бы сделал, это бур, ну, не таким долгим, наверное. Вау, друзья, ну что я могу сказать? А это для чего здесь? Это, я так понимаю, не для... А, это тот самый лифт, на который мы приехали. Точно, погодите. Да, это конец вот здесь был, да? Да. Окей, что ж, я думаю, самое время здесь все подорвать. Это было супер интересно, это необычно. Автор использовал, помимо креэйта, который мы уже все прекрасно много раз видели на разных картах от подписчиков, он также использовал очень необычную систему паркура с модом. Как он? Плюс он также использовал Chiseled and Beats, чтобы спрятать секретный код на стенах. Это, боже мой, это просто мега мозг у пацана. Спасибо тебе большое, это было супер круто. Обязательно присылай продолжение, мы поиграем во вторую часть. Вау, поздравляю, Санёк, это было просто эпично. Ну, надеюсь, вам понравилось, друзья, ну как вам могу не понравиться. Поэтому гол ставим Лукас этому видосу, поддерживаем Санька, поддерживаем коня вот этого, которого вы видите на экранах, чтобы он выпускал больше видосов. Ставьте колокольцы, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Все вот эти прикольные вещи, всем пока.